Привет, меня зовут Вадим, с вами компания «Система». Сегодня короткое включение про ходоуменьшитель. Когда мне звонят для подбора мульчера, я всегда спрашиваю у людей, у вас на тракторе установлен ходоуменьшитель или нет? И чаще всего говорят мне, да, ходоуменьшитель установлен, а на деле оказывается, что они имели в виду понижающую передачу. Но понижайка и ходоуменьшитель — это две абсолютно разные вещи. Ходоуменьшитель позволяет вашему трактору двигаться со скоростью меньше 1 км в час. То есть без потери мощности вы давите гашетку, трактор едет там 0,5 км. Нужно это для работы с таким оборудованием, как асфальтовая фреза, ротоватор, мульчер, почва-фреза. Это дополнительное оборудование, которое устанавливается в вашу коробку передач. То есть он бывает либо механический, когда это просто дополнительные шестерни, либо гидравлический, когда он устанавливается непосредственно на коробку передач. Так вот, без ходоуменьшителя у вас не получится нормально выполнять работу с тем же мульчером, так как для мульчера предусмотрена скорость, как я говорил, меньше 1 км в час. К примеру, вы подъезжаете к дереву, начинаете это дерево сгрызать, и если трактор будет двигаться слишком быстро, мульчер не будет успевать сгрызать дерево, и он будет его как отвалом толкать от себя. При включенном ходоуменьшителе трактор будет медленно наезжать на дерево там, или на порубочные остатки и измельчать его до нужной вам фракции. Поэтому, когда мы поставляем, к примеру, мульчерные комплексы на базе того же МТЗ, у этого МТЗ уже установлен ходоуменьшитель, реверсивный пост управления. Кстати, видео о том, что же такое лесной МТЗ, можете посмотреть вот здесь по подсказке. Если у вас остались вопросы, вы можете звонить по номеру, который есть в описании, также номер указан вот здесь. Ну а с вами был Вадим и компания «Система». До новых встреч!